Всем привет, с вами Inform TV. Переживания, которые связаны с судебными разбирательствами, привели красавицу Пелагею к нервному срыву, из-за чего женщина лишилась голоса. А артистка очень болезненно переживает уход Ивана Телегина. Мало того, известный хоккеист напрочь забыл об общей дочери, из-за этого сердце матери обливается слезами. Он собирается еще и отобрать дом, где живет Тася, с мамой. Напомним, Пелагея подала на развод 1,5 месяца назад. Но отношения у пары закончились еще в прошлом году. Весь этот период певица надеялась мирно урегулировать все вопросы, связанные с разделом имущества и воспитанием дочери. И если с последним все решилось просто, Иван от дочери, видимо, отказался, то недвижимость просто так отдавать он не собирается. Весь год Телегин даже не выплатил ни рубля алиментов. На первом судебном заседании хоккеист предоставил иск о разделе дома и квартиры. Кстати, последнюю певице подарила ее мама, но мужчина на это внимание не обращает. На фоне всех этих событий у Пелагеи пропал голос. Об этом изданию «Стархит» рассказал врач, который много лет ее наблюдает. Цитата. «Поля даже предположить не могла, что ее муж будет так себя вести. Стресс с разводом дал о себе знать. У нее пропал голос. Это очень тонкий инструмент, его состояние может сильно страдать от нервного напряжения и отсутствия сна». Именно так рассказал доктор медицинских наук Лев Рудин. Помимо ужасного поведения бывшего мужа, на артистку также влияют и многочисленные сплетни, которые появляются в сети. Например, недавно писали, что она требует от Телегина 1,5 миллиона алиментов. Но на самом деле это не так. Она не добилась от него ни рубля. Следующее заседание состоится уже через 4 дня. Иван настоял на том, чтобы оно было закрытым. Наконец-то будет решаться вопрос алиментов, которые платить он совершенно не горит желанием. Если вам нравятся песни Пелагеи, ставьте лайк, не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!